Здравствуйте, друзья! Вы на канале Sim Racing From Zero и с вами Борис. Сегодня у нас очередная Каталуния. Уж извините, но Каталуния, будем катать ее всю неделю, наверное. Хотя нет, ребята, завтра у меня на игровом канале традиционный стрим с Петрович. Ссылку я оставлю на канале на второй игровой канал. А у меня очередная pole position, чего я не ожидал. У меня pole position наконец-то. И у меня в соперниках, если Мерседес, Мерседесов нет, я единственный на Мерси, который я буквально вот сейчас за несколько минут до начала улучшил свое время, теперь я на pole position. На pole position посмотрим, как сложится. Все, в принципе, зависит, много зависит от меня, но не все, потому что меня могут вынести в первом повороте. Первое, столкновение бывает. Поэтому давайте скрестим пальцы и поехали, разомнемся. Position, это хорошо. На втором месте какой-то елду, елда 35. Елда 35 отстает меня на 0,3 секунды. В принципе, в гонке это особого значения не имеет. Темпы примерно одинаковые. Но я так полагаю, раз все на других машинах, значит, нету Мерседесов, на Фордах, на GTR там, да, на Поршах, на RCZ, то полагаю, что Мерседес. Я тут этот вопрос не изучал. Мерседес не самая быстрая машина, я так полагаю. Так, ну что ж, внимание, собрались. Фу. Ребята, только не сюда пораньше. Задний бит не включил. Друзья, признаться, я немножко нервничаю. Едем аккуратненько. Смотрим, будет ли атака, наверное, фиг будет меня пробовать атаковать. Не дадим ему себя атаковать.
Так. Бережем резину, бережем резину. Ничего страшного. Едем аккуратненько. Аккуратненько едем. Увеличил этот отрыв 60 секунды. И теперь можно пройти по оптимальной. Я атаку отбил. Потащил наружу. Держись. Отлично. Какой-то британец поставил лучший круг. Ну ладно. Чуть-чуть этот выше меня пошел круг, но ничего. Ну, аккуратненько. Мы экономим резину. Thank you.
все же у меня вот эта шикана, она не получается у меня. Потому что 40-х он там отыграл. Кошмар. Ничего. Здесь он мне привозит. Интересно. Да? Спасибо, Фин. Фин совершающий агрессивные действия. Хороший выход напрямую. Так, пошел седьмой круг. Отлично. Четыре десятки.
там отрыв у нас. Смотрим, будет это так или нет. Сука, прошел меня, а? Ты подумай, блин. Надо контратаковать. Сегменция некрасивая, конечно, но... Теперь, ребята, атакуем. 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 Блин, очень обидно, а? Thank you.
ты не удержал, а? Второе место. Ну, в гонке я, кстати, не показал того темпа, который бы я мог, а? Ужасно. Очень обидно проиграть. Очень обидно. Причем я грубовато действовал, он так корректно действовал, я грубовато. Что поделать? Еще радость. Нет, я не радуюсь. Полпозит чистый, гон чистый, заезды, второе место. Нет, мне надо все. Мне надо все. Тут фин хорош. Фин тут хорош, конечно. Был. Угу. Сохранили повтор. Полсекунды я в результате проиграл. У меня был лучший круг. На 0,2 быстрее моего. Да. А что значит этот S красный? Это совсем типа охреневший, да? Угу. Ну ладно, поехали, что. Ладно, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо и до следующей гонки. Увидимся на трассе.